общем, эта карьера талантливого достаточно игрока довольно быстро скуксилась, просто потому что конкуренцию в таком возрасте выдержать довольно трудно, и из Голландии уезжают рано. Это в том числе проблема и для сборной, может быть. Аякс перехватывает мяч и тут же создает момент, опасный удар. И гол! Аякс забивает в первой атаке. И даже момента вроде не было, но подключился один из лучших бомбардиров голландского чемпионата, голландского футбола, Хаким Зиеш, и вогнал мяч в дальний угол. Вот, пожалуйста. Какой разворот зидановский. Мы увидели, передача. Опасно. Удар. Гол. 2-0. 2-0. Аякс ведет на Сантьяго Бернабеу. И забивает Нерес. И какой пас. Легкий, свободный. Удивительный момент. Как Аякс теперь стал реализовывать не, то, не верю, что... Не в то, что происходит. Кстати, ну, какой пас. Нерес выходит к воротам. Опасно. Удар. Пустые ворота были, но вырезал с левой ноги немного не в ту сторону бразилец. Но какая же передача. Шиллердом на кубок. Еще момент. Момент. Удар по воротам. И это снова голевой момент. И Тибо Куртуа спасает свою команду. Тальяфико. Подбор. Снова на Тальяфико. Винисиус. И вот его легендарная скорость. Уходит Винисиус от защитника. Он штрафной удар. И мимо ворот. В боковую часть сетки попадает бразилец. Долетев до голевого момента. И опять Нерес по штрафную. Нет, не прошел он. И здесь подбор. Подбор за подбором. Удар. Куртуа спасает. Подбирает мяч. Норвегии Нерес. Такие, как Глен Дебук, сидят в тюрьме. Винисиус не может играть. Ой, как обидно. Ой, как обидно. Это ведь не то справа. Мазрауи, 12 номер. У него желтая карточка в первом тайме. Полузащита. Вандебек, 6-й. Разворот. Но долго Тадич, нет. Ох, какая передача! Тадич! И Вандебек не забивает. А ведь третий мяч ставил бы перед Реалом. Пошел в центр штрафной. Да-да-да, мы это видели. Но Бензема-то тем и хорош, что он может обыграть один в один штрафной. И едва не забивает Карим в дальний угол. Красиво. Наход. Дебек, Тадич. Ну, удар по воротам. Потрясающий гол. Должен был в этом матче забить и этот игрок. Душан Тадич почти выводит Аякс в четвертьфинал Лиги Чемпионов. 3-0. Вот, Николай, 6-й класс геометрии судим. Включить, может быть, транспортир достать. Феликс Брюх понимает, что очень долго длится. Земиро пошел в атаку. Удар с хода нет. Вот Бейл. Момент. Удар. Анана отбивает. Да как же Бейл не попал. Ригелон здорово убрал одного. Асенсио бьет. Первый есть. Осталось два Реалу забить. 1-3, 3-4 по сумме двух матчей. Вот еще кого не было в роли центра форварда. Алис третьим голом Аякса. Шоне подает в штрафную или даже бьет. Удар! Шоне, ну и Шоне угодно. Умница, но как же можно было такому большому вратарю пропустить?